И, как говорится, у меня в роду кругом Ивана да Марья. Но когда я вижу примеры такого героизма, как путь молодого парня Нурмагомеда Гаджи Магомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать, я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Всех из более чем 300 национальных групп, этнических групп России просто невозможно перечислить. Думаю, вы меня... Как грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный орел нам завещан одним. Мы в груди храним. Минуты роковые для державы. Всегда мы побеждали только вместе. Покрытые нетленной вечной славой, твои сыны, любимое отечество. Когда мы вместе, мы непобедимы. Заветы дедов в сердце навсегда. Что нашей дружной командой мы едины. И не разрушит дружбу эту никто и никогда.